Дом, в котором родился Адольф Гитлер, будет перестроен и передан в пользование полицейскому участку. Этим займется архитектурное бюро из западноавстрийской земли Форарльберг, выигравшее конкурс, в котором также участвовали фирмы из Германии и Швейцарии. Сам дом расположен в городе Браунау ам Инн в Верхней Австрии. В 2016 году он был национализирован, а его прежняя владелица получила компенсацию в размере рыночной стоимости дома. С помощью реконструкции местные власти рассчитывают отвадить от дома неонацистов. По словам архитекторов, новый проект воплощает в себе идеи, прямо противоположные нацистским. Перестройку планируется завершить к началу 2023 года. Мемориальный камень с напоминанием о преступлениях нацистов будет перенесен в другое место.